Сярэдняя школа номер 19 – одна са старэйшых у Гомелі. Яна была пабудавана роўна 80 гадоў таму. Колькі за гэты час тут праведзена выбараў рознага ўзроўню, зараз ўжо і не падлічыць. Да тэрміновае галасавання па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі 6-га склікання на ўчастку праходзіць без праблем. За два першыя дні да тэрміновага галасавання ўдзел у выбарах на Гомельшчыне прынялі каля 10% жыхароў. Прычыны ў кожнага розныя. Нехта ў выхадныя будзе знаходзіцца на дачы, нехта на сваіх працоўных месцах. Але прыняць удзел у выбарах неабходна абавязкова. Урэшце, гэта палітычная кампанія дзяржаўнага ўзроўню, ад вынікаў якой будзе залежыць будучыня нашай краіны. На працягу ўсяго датэрміновага галасавання за яго ходам уважліва сочаць наглядальнікі. Іх колькасць час ад часу змяняецца, але некалькі чалавек на ўчастку знаходзіцца пастаянна. Пока наблюдатели нам не высказывалі сваіх жалоб, в настоящее время все проходит в тихой, спокойной атмосфере. Участок номер 8 Гомельской центральной выборчей округи, размещенный на территории акционерного товариства «Коминтерн». Правда, ни вытворчему, ни выборчему процессу этот факт не перешкажая. Сярод жыхароў навакольных домов у основном люди сталага узросту, для яких гэтыя выборы не першыя, а тому до голосования яны подыходзяць з усёй адказнасцю. Наглядальнікі констатуюць, усё адбываецца у рамках дзеючага законодаўства. Я вот уже 30 день здесь, как наблюдатель, то вижу, что наш народ исполняет свой гражданский долг достойно, с честью и совестью. И нарушений я здесь никаких не заметил. Не знаю, может, на других участках что-то бывает и похоже, но у нас все очень хорошо слажено. Участок номер 1 Гомельской центральной выборчей округи. Основная колькость зарегистрованных тут выборщиков – жыхары приватного сектора. 11 вересня яны будут находиться у Гомеля, тому подчас дотерминового голосования людей на участку не шмат. Что тем не меньше, не выключая постоянного назирания за ходом выборов с боку представников працовных коллективов, политических партий и громадских организаций. Они присутствовали полностью, значит, на протяжении всего времени для голосования, то есть начиная с 10:00 до 14:00, затем 16:00 до 19:00. Замечаний от присутствующих наблюдателей в адрес работы участковой комиссии не поступало. У 10-й Гомельской гимназии для проведения дотерминового голосования отвели один из кабинетов. Калі меркаваць по тем факте, что с биографиями кандидатов, якія размещены на специальном стенде, практически никто не знакомится, можно зарабить вывод. Пераважная большасць мясцовых жыхароў свой выбор уже зарабила. Наглядальник от партии «Справедливый свет» Игорь Новик на участку находится с самого початку дотерминового голосования и фиксует все подробности выборчего процессу. Голосует свободно, все здесь прозрачно видно. Подходят, кому нужна помощь, тоже оказывает комиссия, особенно если нужно кому-то со зрением или еще что-то. Записываются тоже на выходные, кто не может в состоянии прийти, или больные люди, тоже приходило два человека, записали своих родственников. А так вроде все в порядке, все хорошо, выборы идут. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».